Малая академия государственного управления – это сотни слушателей, решивших пройти переподготовку в стенах чебоксарского филиала РАНХИКС. Проект работает уже с 2007 года. Его поддерживает аппарат полномочного представителя президента России в ПФО. Сегодня здесь состоялась защита социальных проектов, в которой участвовал и в Рио главы республики. Малая академия государственного управления объединяет студентов шести вузов. Все они будущие управленцы с новым взглядом на жизнь, на работу органов власти, на отношение к людям. По характеру лидеры, стремящиеся сделать профессиональную карьеру. Очень здорово, что вы находитесь в поиске вот этих форм. Форм взаимодействия, прежде всего, самих между собой. То есть студентов, учащихся, преподавателей, ваших тренеров. Наверное, такие тоже есть в этом процессе. Ну и самое главное, вы еще взаимодействуете со всеми другими участниками этого процесса. На защиту выставлено 6 социально-предпринимательских проектов. Спектр тем широк. Поддержка малообеспеченных категорий людей, психологическая адаптация детей, организация досуга на селе и многое другое. Проект «Лучик счастья» предназначен для решения проблем организации культурного досуга детей и молодежи на селе путем вовлечения их в развлекательную, культурно-творческую, спортивную деятельность на основе расширения инфраструктуры по проведению досуга посредством лазертага, VR-снаряжения, карусели, батутов, вкусных сахарных вафель и попкорна. Чебоксарский филиал РАНХИКС помогает в реализации республиканских конкурсов, управленческая команда и команда молодых лидеров. Они инициированы Олегом Николаевым. Формирование команды управленцев, нацеленных на результат в республике сегодня, уделяется особое внимание. Работая в таких широких форматах, в различных направлениях, находясь в поиске, мы, несомненно, сможем находить вот те решения, которые нам позволят очень смело и поступательно двигаться вперед. Вот в этом поиске найти то зерно, ту точку и грань взаимодействия, в результате чего получаются очень нужные, очень важные, очень эффективные решения. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.